Пожалуйста, очень коротко, потому что у нас еще нужен доклад. Вот Игорь Владимирович первый, кто начал делать артроскопию плечевого сустава, и достаточно успешно, сейчас он расскажет о своих достижениях. Историческая справка, 31 год, первый ребенок в этом процессе, это потом Олдер, 76-й, а Джонс, 60-м, Каспари, 81-м, Андреус, 82-м, необходимые условия, это, конечно, ортопедический стол. Это два варианта положения, либо шезлонг, либо положение на боку. И обязательно является система, которая будет отводить в том другом положении. А также предполагает артроскопические операции на плече, обязательно использование ВАПа, по всем вам известного метода холодной авиации, который работает на растворе. А также использование современных подкружных антенных фиксаторов, расширяя диапазон дышать. Повторюсь, с 2007 по 2012 год выполнено 36 операций, много из них это были диагностики и декомпрессии. В 2013 году, вот, в настоящее время, выполнена 71 операция, диапазон расширился, дальше немножко обо всем. Первое, с чего мы начали, это лечение синдрома конфликта или сударения. Выполняли субакрокиальную декомпрессию, лусектомию, пластику. Удаление шпоры, вот здесь представлены две рентгенограммы, это истинная прямая проекция, вы видите каракоид, накладывается на головку плеча, здесь хорошо можно измерить величину субакрокиального пространства, увидеть, собственно, шпору и Y-проекция, которую мы применяем для того, чтобы оценить, насколько эта шпора велика, оценить три вида крокиальных отростков, встречающихся у человека. Следующая патология – это катетеризирующая тендинитинадозная мышца. Я представил вам два вида рентгенограмма и артроскопический вид вот, кристалла гидроксиапатита. Удаляется артроскопически. Лечение адгезивного капсулита или по-английски замороженное плечо. Мы выполняем капсулотомию. Справа на картинке слева вид после круговой капсулотомии, это задняя капсула. Конечно же, лечение нестабильности плеча, это прежде всего передняя нестабильность, это повреждение панкарта. Это пластика генно-хондральных связок, в большинстве случаев, конечно же, от губы ничего не остается после многократных смерти. И лечение повреждений слеп верхнего отдела, губы несколько крепляются бицепс. Следующее – это лечение при тендинитах бицепса и повреждений удерживающего аппарата. В пожилом возрасте, как на картинке вверху, мы делаем тендинитомию длинной головки. Вы знаете, что это практически не влияет на функцию руки. Небольшой физический эффект, а у женщин, в общем-то, это совершенно физический эффект спокойно. И тенотез у спортсменов на уровне между боков борозды через маленький разрез, либо это внутрисуставный тенотез с помощью вот этих реактивных винтов реагируется. Также начали выполнять шов-вращательные манжеты. Вот так вот интересный шов представлен сверху, это его схема и артроскопический вид. И более простой шов снизу, вот при таком полноценном разрезе однорядный. Ну и статистика, значит, 71 операция за 2,5 года. Из них в декомпрессии 14,5 тендинитов, 3 артролиза, 32 операции по плотной стабильности, 3 повреждения слэп, 4 тендотомии и 5 тенотезов бицепса и 5 швов с манжетом. Из них один удаленный был разрыв на лопаточной мышце. Отойдя немножко от артроскопии, скажу, что выполняю операцию в Баттершефле
недостатке костной массы, или при переломах банкарта, или при частых нестабильностях совершенно непотребно передним отделом. Транспозиция клевоидного отростка развитие плечевой хирургии поспособствовало, значит, пожука инструментов маток. В 2012 году для нестабильности и в 2015 для манжеты. Ну, как сказал уже Сан Саныч, практически курс Cadaver Lab, это в Казани, посещение конференции. Спасибо нашей администрации, высокого уровня оснащения операционной, и спасибо анестезиологам за их пособие, потому что это очень важно в плечевой хирургии. Перспективы развития, может быть, немножко предваряя следующий доклад, скажу, что мы собираемся заниматься неврозом при вот такой патологии, как компрессия надлопаточного нерва. Встречается это достаточно часто и при повреждениях, при ретракции сухожилия обращательного манжета. Вот анатомическая картинка снизу, два варианта, где это может быть. Это близко лопатки, это поперечная связка. Картинка справа – это шесть видов этой вырезки лопатки, которым мы сейчас занимаемся, изучаем это. И встречающиеся